Коллеги, товарищи, добрый день. Сегодня у нас глава Т9 регламента Formula Student Rules, пневмосистема и гидропривод высокого давления. Глава весьма короткая, ну и видеоролик будет достаточно коротким. Примеров у меня много здесь нету по этой главе. Тем не менее, давайте познакомимся с ней. Итак, Т9.1 – пневмопривод. Т9.1.1. Любая система автомобиля, использующая сжатый газ в качестве рабочего тела, должна соответствовать следующим требованиям. Рабочий газ должен быть не горючим. Ну, я надеюсь, это крайне очевидное требование. Навряд ли кто-то себе баллон с пропаном захочет подсоединить к автомобилю, чтобы потом взорваться. Газовый баллон или цилиндр должен быть промышленного производства, должен быть спроектирован и изготовлен для давления, при котором он будет использоваться, должен быть сертифицирован и иметь соответствующую маркировку или штамп. Должен использоваться регулятор давления, установленный непосредственно на самом газовом баллоне. Газовый баллон, ну или цилиндр, и пневмолинии должны быть защищены в случае переворота, с ударения в любом направлении или повреждения вследствие возможных поломок вращающихся частей автомобиля. Газовый баллон и цилиндр и регулятор давления должны располагаться внутри охватывающей поверхности согласно пункту Т1.1.14, но не должны быть расположены внутри кокпита. Газовый баллон и цилиндр должен быть надежно закреплен на шасси, двигателе или трансмиссии. Ось газового баллона и цилиндра не должна быть направлена в сторону водителя. Газовый баллон или цилиндр должен быть изолирован от любых источников тепла. Пневмолинии и фитинги должны соответствовать максимально возможному рабочему давлению в системе. Вот пример неправильного расположения пневмобаллонов. Это автомобиль класса DV, то есть беспилотник. И вроде бы пилота внутри не должно быть. Но по регламенту он там может быть. И автомобиль должен быть приспособлен к безопасному размещению пилота там. В данном случае ось баллона направлена в сторону шлема, пускай и по касательной. В случае поломки вентиля по направлению оси могут полететь обломки с большой скоростью. И закончиться это может весьма плохо. На данном автомобиле на ТИ баллоны потребовали развернуть наружную сторону распорок дуги. При этом они остались внутри охватывающей поверхности. Также крепление баллонов должно быть надежным, механическим. Никакой скотч, стяжки, веревки и прочая ересь не подходит. Вот примеры других правильных размещений баллонов на разных автомобилях. И следующий пункт данной главы Т9.2 – гидропривод высокого давления. 9.2.1. Водитель и любой стоящий снаружи человек должен быть защищен от любого гидравлического насоса и гидролинии с давлением 2100 кПа и более. Щитки должны быть стальные или алюминиевые с минимальной толщиной 1 мм. Тормозные линии не считаются линиями высокого давления. Высокое давление может возникать не только в тормозных линиях, как вы понимаете, примеров не так много. Например, подвеска с использованием гидропривода для передачи усилий. То есть используются гидроцилиндры и гидроактуаторы, которые уже передают давление через жидкость на рабочие устройства, которые обеспечивают упругие и демпфирующие свойства подвески. В детали данных решений я влазить не хочу, это большая тема для инженерного разбора. При этом не обязательно, что эти системы попадают под данный пункт. Надо считать рабочее давление в гидроприводе. У команды Цюриха в 2017 году и Monash Motorsport в 2016 рабочее давление в системе позволили не использовать никаких щитков, и они просто собрали фактически гидравлическую подвеску управляемую.
Вот и все. В данной главе больше нет никаких требований. Такая вот короткая глава и крайне короткий видеоролик. Поэтому ставьте лайк хотя бы за краткость. И до новых встреч. До свидания.